В Рио главы Северной Осетии Сергей Миняйло провел рабочую встречу с руководителем территориального органа, представителем МИД России в городе Владикавказ Аланом Хитагуровым. Стороны обсудили вопросы координации международных и внешнеэкономических связей Северной Осетии в рамках единой внешнеполитической линии России. Сергей Миняйло отметил важность работы в данном направлении, подчеркнув, что в современном мире регионы играют все большую роль в осуществлении международных связей. Это является важной составляющей внешней политики государства.